Отстань от меня! Не отдам, это моя карточка, это моя зарплата. Да. Иди отсюда. Все. Отдам. Отдам. Отдам карточку, отдам. Только не пили. Только не пили. На. Все, убирай пиву. Убирай пиву. Чё всё-то? Надо было раньше. Чё раньше-то надо было? Я весь день суп варю-варю, я эти полы так мою-мою постоянно. Я с тремя детьми одна сижу, мне никто не помогает, я никуда не хожу. Да, да, я зарплату получила, думаю, да, я тебе деньги отдам, да? У нас же у тебя деньги все хранятся. Кошелек отдай. Ну-ка, давай-ка сюда, ты че? Ты че там делаешь? Дай. Пойдем договоримся. Серьезно? Не очень-то и надо. Ну что, зарплату принес? Воу! Сабина! Дай деньги! У тебя много их, хватит нам на двоих. Деньги есть, выйдут. Это на косметику, это на колечко, это на наряды, а это на шубку. Зая, мне на кредит надо. Деньги. Зая, что мы там с ребятами в бар собрались? Деньги. Зая, что, тут там Серега взаймы попросил. Деньги. Зая, резина новая нужна. Деньги. Зайк, ну чё, по магазину прошлась? Вот ты приехал на СТО, как ты сказала? Что у тебя с машиной? Как ты мне сказал? Ну что я тебе сказал? Я у тебя спросила, почему у меня лампочка загорается? Какая? Вот этот чайничек с носиком, который там. Дальше. Ты приехал на СТО, что ты сказала? Я же у тебя спрашивала. Я говорю, почему у меня загорается этот чайничек? Ты сказал мне вполне серьезно, что там надо прокладку поменять между сиденьем и рулем. На я что? Пошла на СТО и сказала, говорю, мне надо поменять прокладку между сиденьем и рулем. Понятно. И они надо мной ржали полчаса. Человек с высшим образованием.